Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня Тайвань, и сейчас должны где-то с минуты на минуту обновить новый Battle Pass. Сейчас зайдем, чекнем, что там поменялось у нас, что интересного нового добавят. Возможно, нового, возможно, скорее всего, сделают все то же самое, просто изменят некоторые эмблемки, и все, и на этом все закончится. Так, ну-ну-ну-ну-ну, успеем на старый? Кемерик, не успели мы на старый. Вообще героя убрали, что ли? А, не, оккультиста дают. Ну, такое себе и скин на него, честно говоря. Что-то, ну, не знаю. Ну, хотя оккультист, ну, это не донатный герой. Там Роза было бы круто. А, Вольт был, Некрос был. Дайте, ну, я не знаю, Роза. Хотя бы осколки какого-то донатного героя. Ну, блин, оккультист. Сейчас, короче, посмотрим, что за фигню. Так, вот такой вот сразу же дают с мастером за вход. Хренушки вам, а не донат на мастера рун. Так, оккультистки на оккультиста. Честно говоря, печалька. Ну, как по мне, это печаль не стоит. Нету смысла донатить на это. Химерика дают. Ничего интересного по химерику нет. Огонь жизни. Ну, эмблема, ну, честно говоря, тоже хрень, как по мне. Дофигища у ребят их уже давным-давно есть. Как по мне, вообще печаль. А, четвертые карты засунули, ну... Этим уже никого не удивишь, и то там такие шансы. И тихое укрытие в конце, ну, это печаль. Реально, бессмысленно. А, девятая эмблема... Да, понятно, тут плюх много, но, честно говоря, они себя ну никак не оправдывают. $134, это получается $5. Ну, оно, в принципе, так и стоило. $5. Ну, не знаю. Напишите в комментах, что вы думаете по этому поводу, но, как по мне... $5 отдавать за эту дичь, ну, вообще просто бессмысленно. Просто тупо смысла нет даже. В общем, такие вот дела, ребят. Такой вот новый Battle Pass у нас. Ничего не меняется, еще только, как по мне, еще хуже. Тихое укрытие добавили, ну, лучше бы добавили эмблемы истинной веры. Тогда, думаю, больше было бы толку, нежели там огня жизни. Ну, в общем, вот так вот. Пишите, что вы думаете, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.